привет. С вами канал Арт Мани. И мы с вами гуляем. Они мокрые все. А, ба, тут прям это для двоих. А чё ты? А, лицом? Давай лицом. Ой, там. А? Пойдем гулять. Давай сюда. А, я думал тебя снимать. Давай, давай активней. Ага, у тебя шаги такие огромные. Давай активней. Активней, активней, давай. Жалко, шарика нет, сейчас в теннис играю. Ты умеешь настольный теннис? Играл очень давно, в детстве. Это надо летом играть, когда одежды лишней нету. Что ты ногами-то еле передвигаешь? Активнее давай, активнее. Во, пошел, пошел. Давай, 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 быстрей. Но? Ну, мне надо быть твоим тренером. Мне надо быть твоим тренером. Надо как инфлета сюда прийти. Ну вот тут ножки качать. Садись. Попкой мокрый. Ну и ладно. Не я же буду мокрая, а ты. А это что такое тут? Да вот я сам. Отжиматься ногами. Вот за это цепляешься вот тут. Ложишься, вот и отжимаешься. Да? Это ты лентяй. Не отжимаешься, а этот пресс. Это ты лентяй, пресс качаешь на кроватке. Укрывшись одеялкой. Вот тут это лезть. Там вон уже идет кто-то. Пойдем? А то нас закроют тут сейчас нафиг. Вон там есть выход. Ага, спасибо. Тут бы хоть это дверцу. Потом он какая-то идет. Не спотыкнись, Жень. Не упал? Жалко. А, тут сиденье есть. Там вон рисуночки какие. Яркие нарисованы. Там какие-то рисунки. Наверное, гоняют все. Ну да. Да-да-да. Батюшка, что такое лежит? Тряпки какие-то. Все намокнет тут под дождем. Тебе тряпки не нужны? А то тут вон лежит брошенные одеялки. Непонятно, что это такое. Тут посередине парка лежит. Все такое мокрое, да? Не... Это после дождя-то, да? Да. Такое видно, что мокрое. Елочка. Аккуратненькая, смотрите, какая. Такая прям треугольненькая. Красивая такая. Стройненькая. Шишек только нет. Ну, Женька. Обязательно надо все испортить, да? Шишек. Что-то нету. Шишек только нету. Тоже, по-моему, ладит.
Вышивка, пряжа, швейная машинка. Мне там, кстати, купили швейную машинку. Вот это у нас Пироговка, больница Пирогова. Там много корпусов. А это типа трамвая сделали, видишь? Ну да, да, да. Сиденье. Слушай, а я их не замечала даже. Они мокрые. Садись. Да вот что. Садись. А то буду. А там вот тут, вот смотри, прям. А, наша карта города здесь. Карта Авроры. Или нет? Что-то вроде похоже, не похоже. Ну хватит там. Они, по-моему, ночью горят вроде бы. Да, горят. Огоньками, да? А здесь круглые, кругленькие эти лавочки. Культурные. А раньше все разломали. Ну да. Телефонные будки ломали. Трубки отрывали. Ну, это же Россия. Нам все надо, что плохо лежит. Тоже здесь все пусто, после дождя, мокро. Холодно, сегодня 4 градуса. Вчера 15 градусов было. Тепло, хорошо, мы с вами погуляли. А сегодня уже 4, очень холодно. Уже в шапке, в куртке. Хорошо, хоть я в прошлом году купила и куртку, и сапоги новые, и шапку. А то бы сейчас ходили в старом, да мерзли. Вот дом, там депо, красиво. Там вон лавочки вообще такие классные, чей дизайн. Милиции, кстати, нету, никто не останавливает, ничего не говорит, не гоняют. Ну и народу особо нету, холодно слишком. Лужи, мерзко, холодно. А, Женька идет. Че, замерз? С кустов что это взялся? Не было его, вот на тебе. Че, замерз? Маленько, да. Замерз? А че ж ты? Молчишь ты? Вон детская площадка отцеплена. Ну остановись. Отцеплена веревочками. Или как там лентами. Ну уйди. Ну что ж ты мешаешь мне со всех сторон-то? Ну идем, что стал там? Все отцеплено. Нельзя. Сидим дома. Птички поют, кстати. Их, наверное, не слышно особо.
Там, а там садик вон. Ну пойдем? Ну пойдем. И... Все, сюда попасть. Тут игрушка, там памятник есть. Там вон какая у них. Фотография. Памятник трамваю. Раньше такие трамваи были, да? Один, смотри, застекленный, а другой нет. Один, наверное, зимний, а это летний. Наверное. А вот тут еда, да, да, вот. Да, кстати, я захотела купить цены. Вишни.